цехотрона. Так, ну вот, получил прототип Samsung и флешку. Вот так вот. Создал свое приложение, как бы, и планирую дальше создать, потому что я знал, что давно уже, что на HTML можно создавать приложение под мобильную, но я думал, это намного сложнее делается. То есть мне это понравилось, и я буду продолжать создавать такие вот приложения. Не только даже под Тизом, хоть это тоже может плохо прозвучит, но вот как-то так. Ну, приобрел новые знакомства, то есть как бы ребята с вами познакомился со всеми. Это тоже очень прикольно. Так, ну на халяву покушал, как вы видите, жирно выделено. Может, это плохо выделено, но вот так вот. Плохо кушал. Как бы получил полезный, интересный опыт. И провел время с пользой. То есть, если я обычно смотрю сериалы дома, то сейчас как бы... Кстати, странно, вроде как гатон был, но я так хорошо выспался за эти два дня. Вроде вообще спать не должен был, а как бы я как-то так... И вчера хорошо я поспал, так целых 8 часов спал, я так долго не спал. Разработчик будильника спит хорошо. Да, кольцо свободное, это спокойное, да, будильник разработчик. Как странно это не звучит, но так вот получилось, что хорошо поспал. Ну, то есть, не зря съездил, это... Я думаю, тут каждый так скажет, что не зря сюда ходил, и каждый что-то полезное для себя приобрел.